Закончился первый прокатный уикенд Варкрафта. А с вами все так же я, Кирилл Ваш Про, и мы хайпим! Warcraft, если что, эпичная фэнтези-сага от компании Blizzard. Хотя кому я это рассказываю? Так вот, фильм был создан почти целиком и полностью для фанатов данной саги, хотя и ньюфагам подойдет. Но советую в лор на часик таки зарыться, чтобы понимать больше. Я же пошел на фильм, поиграв в третий Варик с полчаса, послушав... Ай-яй-яй-яй-яй. ...от Кадгара и... не был разочарован. Фильм эпичен там, где это надо, в некоторых моментах от эпика у меня замирало сердце. Видимо, близзы контролировали каждый вздох не только на съемочной площадке, но и в кинозале. Сюжет, кстати, упоминать даже не буду. Сама Метелица сделала это еще в 94-м году, лишь слегка сократив и изменив его к фильму. Ой, уже упомянул. А теперь спойлер. Количество... Лактар Агар! В этом фильме равно единице. Все, больше пока спойлерить не буду, хватит с вас. Моя оценка этому фильму 5 грамбашей на заднем плане из 5. Ну а с вами был я, Кирилл Ваш Про. Оставайтесь с нами и помните, орочи-дантисты настолько интерны, что оперируют только мертвых.